нельзя так с женщинами разговаривать. Мы тоже не будем, если бы это не было. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Делблин. И сегодня я проведу 5 свиданий. Но микронаушник будет уже у девушек. Мои друзья Парадеич, Данон, Стубан и Кокошка будут по очереди управлять участницей. Их задача не спалиться, а моя задача понять, кто из парней руководит девчонкой. Согласитесь, Ярику нужна девушка. Парень ему нужен. У меня есть предложение. Ему же нужно угадать, кто из нас говорит. Давайте просто все вместе будем всем девушкам. Он повешается вот прям вот этот фонарь сзади. Он скажет в конце, да, что... Как это выкладывать? Наверное, не буду выкладывать. На следующий день ему этот прирол какой-то написал, сразу выкладывает. Ребят, если вы прирол, первый слот или молодая красивая девушка, напишите Ярику. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и таких кринжовых свиданий будет больше. Итак, мы не придем. А всем? Что он просто у Бустера украл видос про микронаут? Реально, Равшан смешнее был. Я, честно, не понимаю, что сейчас будет происходить и что могут творить парни. Потому что я не знаю, что в их головах пошлых. Я-то сам нормальный парень. Деловой, культурный. И никогда не буду с вами. Вот, как вы видите, у меня есть рояль. Что, может мне закрыть глаза для предвкушения? Привет. Привет. Меня зовут Павел. Меня зовут Анита. Анита, приятно. А давайте решим, кто первый. На скинуть. А, да, на суефа. Да. Я не первый. Я не первый. Я не первый. Я готов. Можешь руки поднять, если слышишь? Прикольно, прикольно. Я тебя знаю, ты из Хозяевов. Я тебя знаю, ты из Хозяевов. Проси, тебя добавили уже в Хозяева? А тебя уже добавили в Хозяева? К сожалению, нет. Скажи, что за бред-то? Нет, что за бред-то? Что за бред-то? Ты что? Вылей бокал вина в тарелку. Это моя мама готовила. И скажи, ебаное дешевое вино. Это вино? Нет, это сок. А оно дешевое? Сок? Да. Ну, сок нормальный. Отрыгни, пожалуйста. Можешь резко встать сейчас, резко встать. И гавкай на него. Мяу. Гав-гав. Мяу. Мяу. Могу как-то подержать. Скажи, можно тебе на ухо кое-что скажу? Можно я тебе кое-что скажу? Да. А теперь подойди и скажи, ты ОБ мой ебаный. Я не поняла, что они сказали. Ты ОБ мой ебаный, скажи. Что за пить вообще? Подожди, дай пусть они хоть чуть пообщаются. Может, расскажешь что-то о себе? Я вот пришла к тебе на свидание. Да. Жалко, что ты не Влад Куэртов. Жалко, что ты не Влад. Куэртов. Куэртов. Это какой-то минус? У тебя есть машина? Не знаю. А у тебя есть машина? Да. Какая? Какая? BMW M3 серая. Проси, ты нищий или пи***бол? А ты нищий или пи***бол? Честно? Пи***бол. И нищий. Два в одном. Скажи, что, реклама не продается в ютубчике? А реклама продается в ютубе? Нет. А сколько ты зарабатываешь? Задача Ярика в неловкое положение поставить. Ну, если на арбитражкой брать, то там 3 сотки получается. Ты на арбитраже? Арбитражка P2P, да. Это... А можно про бывшую сказать? Да, можно, можно. Он сразу подумает, что это ты. Я с твоей бывшей общаюсь. Я, кстати, с твоей бывшей общаюсь. Честно. Но у меня нет бывших девушек. Я сиба. А как налажено, скажи? А нала как? Да. Смотрите, колпак растет просто. Ты затронула просто больную тему. Извини, пожалуйста. А ты умеешь на фортепиано играть? Как я хуй. Яричка, что за колпак у тебя? Ярик всю ночь тренил на вино ты. Тебе понравилось? Спасибо большое. Ты умничка. Спасибо большое. А ты учился? Нет, я самоучка. А ты из Москвы? Нет, я не из Москвы, я из деревни. А, из какой? Ну, там так называется она. Барябинск. Че? Барябинск. А это какой край? Скажи, у меня колпак, у меня колпак, у меня колпак. Она не слышит. Скажи, Ярик, ты ебаный ред флаг. Она уже не хочет с ним общаться, постоянно все уже не смотрит. Зарядина Ярика, он в шоке вообще. А ты кого-то слышишь? Тебя... Да, у меня какие-то проблемы с головой. С головой? У тебя голоса в голове? Да-да-да, у тебя нет такого? У меня нет голоса в голове. А чем ты вообще занимаешься? А я работаю моделью. Пиздят без наушников. Не знает. Ты вот это сам обустраивал, нет? Да, я лично приходил и ставил. Реально? Ну я же, это же моя съемка. Ты же знаешь, где ты вообще находишься? Где? На канале Делблин, подписывайтесь на канал. И обязательно на мой телеграм-канал тоже. А у тебя сколько в телеграме подписчиков? Честно? Угу. Ну, 400 тысяч. У меня тоже 400. Просто. Просто 400. Просто 400. Ага. Слышно что-нибудь? Слышно что-нибудь? Если слышно, подними руку. Пошлите просто шептать на ухо, ебу.
И надо угадать, кто шептал. Ему глаза закрою. А у тебя глаза в голове заканчивались, да? Да, закончились. Давай. Если слышишь, покажи большой палец. На ноге. Ты что-то сделал. Скажи, Ярик, что-то у меня колпак от того, как съемки организованы. Ярик, у меня что-то колпак. От того, как ты съемку организовал. Тебе порезать лапши? Ну да, давай. Вот сюда. Спроси, сколько у него было секс в жизни? А сколько у тебя было любови, любви в жизни? Сколько девушек было, ты имеешь в виду? Любовных сцен в жизни. Любовные сцены — это в плане отношений или чего-то? Секса сколько было у тебя в жизни? Покажи жест, как палец вот так. О, типа палец. Скажи так, 52, братан. Знаешь что? 52. Смотри, вылей это на скатерть из бокала лапшу. Да, делай. И скажи, это чья проблема, моя или скатерть? Вот как ты думаешь, это моя проблема или скатерть? Скажи, жри это, ублюдок. Не знаю, что тебе даже сказать. А почему ты у Бустера украл шоу? С микронаушником? Да. Да, 52. Может быть, тебе водички? Нет, все нормально. Бустер — акула русского ютуба, поэтому я украл русский мистер Бист. Я думала, мистер Бист новый — это Миша Литвин. Ну ладно. Ну да. Че? Это шоу. Ты первая. Реально? В моей жизни. Я думала, у тебя это Амина была или как Арина? Алина, твоя бывшая. А, точно, она Лачка. А, не Алина, она Лачка, да? Да. Честно, кокошка более секси. Знаешь, кокошка более секси. А теперь громко смейся, как Джокер. Из ниоткуда смех резко. А ты какой рукой пишешь, правой или левой? Правой. А дрочь? Блядь, что за хуйня? Скажи, что он как помидору. А возьмись вот так за волосы и скажи: о, я такая что-то безумная. Я какая-то безумная сегодня. Ты crazy. Ты как себя чувствуешь? Я отлично себя чувствую. А возьми вот так лапшу в руки. Я вообще просто... И через себя вот просто кинь куда полетит, пофиг. Скажи, попки нам попки, туда-сюда миллионер. Ну, туда-сюда миллионер. Хуй нам. Нам тоже. Резко крикни. Наверное, у меня этот... Скажи мяу. Мяу. Скажи гав. Гав. Можешь мне что-нибудь еще сыграть? Уйди, пожалуйста, можешь идти. Спасибо большое. У тебя такой прекрасный голос. Да? Давай еще. Уходи отсюда. Под эту мелодию тебе нужно уходить. Красиво. Че говоришь? Говорю, у тебя прекрасное имя. Анита, спасибо тебе большое. Извини за всю гадость, которую мы тебе говорили. Нет, ты самая лучшая. Нет, я вас не прощу. Это стопудово какой-то. Дебил. Ну, хотя кокошка мог бы. Скажи, говорить. Ярик. Скажи, Ярик. Ярик. Покажи сосок. Предложи ему на счет три в камеру сказать, что за бред-то? Давай на счет три скажем в камеру, что за бред-то. Давай, я считаю. Три. Что за бред-то? Ты что, тормоз? Давай, раз, два, три. Что за бред-то? Пусть забатит насосал его. Смотри, спроси его, ты же дил блин, и шепотом скажи, сосал? Ну ладно. Ты же дил блин, сосал? Да. Скажи, на этом можно заканчивать. Я думаю, ребята, на этом можно заканчивать. Мистер Колпак, скажи. Мистер Колпак. Ну ты мне нравишься даже таким. Тупой школьник. Тупой школьник. Колпачок, пока. Пока, колпачок. Полный колпак. А что, он думал, только он будет над девчонками издеваться? Это месть за все выпуски. Как все прошло? Ява. Рука грязная, надо помыть пойти. Ярик его зовут? Павел. Да. Паш, не обижайся. Ну, не обессудь чисто, а сердцем. Ладно, у меня есть предположение, но пока вам их говорить не буду. Скажу после второго. Это было первое свидание. Надеюсь, Аните понравилось. Пацаны, вот вы будете это видео смотреть и понимать, насколько Аните было плохо здесь. Пацаны, одумайтесь. Реально. У меня, честно, нет каких-то комментариев вам. Спасибо, пацаны, за колпак.
Я готов к следующей девушке. Привет. Привет. Я Паша. Даша. Приятно. О, это вообще взрослый. Чем занимаешься? Я люблю поесть. Очень аппетитно выглядит, если хочешь, налетай. Кто, я или макароны? Макароны. Скажите ему, я слышала у тебя трек, и ты там пел. Есть рядом со мной тёлка, я называю шестерка. Что это значит? Есть рядом со мной тёлка, я называю шестеркой. Что это вообще значит? Тебе объяснить? Да. Строчку? И рядом со мной тёлка, тёлка кто, корова? Я называю корова, кто тебе? Тёлка кто, корова? Это я корова? То есть я корова? Ну нет, я такого не говорю. Ты же не тёлка, не корова. Почему корова шестёрка? А вы кто? А почему корова шестёрка? Ну, она шестёрит мне. Всем привет, не переключайте это видео, потому что у меня для вас очень важная информация. Несмотря на то, что я выгляжу как мертвец, у меня для вас есть подгон. На сайте delblin.ru вышли новые футболки. Вы можете их купить, перейдя по ссылочке в описании. Просто 6 подходит, а. Это моя любимая цель. Моя семерка. Почему? Не знаю. Наверное, Рональдо люблю. Он сейчас просто поймет, что это ты, хоть это не ты попросил ее. А насмешку знаешь? Какую, про Рональдо? Рональдо, да. Нет. Ну, когда гол Рональдо празднуем. Сыр! Знаешь? Сыр? Скажите да. Он просто. Маца. Любимый фильм какой у него? Какой у тебя любимый фильм? Мой любимый фильм, наверное, фильм «Маска» Джим Керри. Там классные танцы. Скажите, Джим Керри мой идол, можешь его изобразить? Я буду восторжена. Блин, Джим Керри, он же такой, он секси, он классный. Может, ты его покажешь мне? Джим Керри секс? А, сможешь? Да, могу показать. Я буду восторжена. Да, да. Тут гуглит. Вот Джим Керри же. Да. А зачем ты в телефоне подглядываешь? Ты же сказал показать Джим Керри. Он показал реально. Покажи секс Джим Керри. Покажи с Джим Керри. Откуда знаю? Что загрузило вообще? Ты меня стесняешься, сынок маленький? Ты меня стесняешься? Нет. Сынок маленький. У меня мокрая писька. У меня мокрая кисочка. Прости. Я вообще пофиг. Скажи, когда зайдешь в тюрьму и тебе кинут метлу, что ты скажешь? Когда зайдешь в тюрьму и в тебя кинут метлу, что ты скажешь? Пускай на это ответит пи***. Или петух. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Петух, очевидно. Ты петух. Здорово, арестанты. Ты петух. Ярко лицом. А как тебя зовут еще раз? Меня зовут Алла. Меня зовут Алла. Скажи, у меня все в поколении Алайна. Мама, бабушка, прабабушка. У меня все в поколении Алайн. Мама, бабушка, прабабушка. Бля, я понял. Не нужно мне это говорить. Знаешь, что такое сигма? Это уже не модное устаревшее слово для Дауна. Это уже не модное устаревшее слово для Дауна. Можете сыграть что-нибудь? Оценила вы, кстати, мои рекламы? Для Дауна. Класс. Для Дауна. Хочется сказать, что вы этот, перегибаете палку. Нет, я ем макароны. Успокойтесь. Сейчас. Ты меня уже аппетит испортил. А? Хуйня. Хуй, пойми. Все. Я заканчиваю просто. Все? Мне стрёмно, что ты меня обзываешь. Так если ты даун. Так если ты даун. Тебе нужно меня удивить. Ярик, тебе нужно меня удивить. Если ты меня удивишь. Если ты меня удивишь. То я тебе дам $1,000,000. То что? То я тебе дам $1,000,000. И киску. Я тебе дам. Я тебе дам. Миллион. Миллион. Долларов. 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 Я тебя удивил сейчас? Пока нет. Еще. Что он делает? Да. Да. Встань. Спасибо за прекрасное свидание. Удачи тебе. Тебе тоже. По жизни. Да. Удачи. Скажи сейчас, всем спасибо за съемку, Ярик Даун. Всем спасибо за съемку, Ярик Даун. То самое My Honest Reaction. Очень весело, задорно, но немножко мне было его жалко, конечно же. Потому что в жизни я так себя, конечно, вообще не веду. Но было интересно перевоплотиться в совершенно другой образ. Что мне сказать вообще? Не знаю, как вам это объяснить, когда это происходит, какие ощущения это вызывает, что она может просто внезапно. Я сразу понял, кто сидит за микрофоном. Абсолютно сразу. Насчет первого я сомневаюсь. Второй не буду говорить, кто сидел, но я понял, кто это сидел. Поэтому, братанчик, Криштиану Роналду 7 сык. Блять, это даже не я говорил. Как я и говорил, да.
спали. Это самое пошлое шоу. Ну, ставьте лайк за это, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Я думаю, что второй точно был Данон. Либо меня путает, и это Анчик. Но, скорее всего, это был Данон, потому что он так общается. Вот первое у меня сомнение, но, возможно, это был Кокошник. Ладно, следующая девочка тогда. Привет. Привет. Я Паша. Я Жанна. Жанна? Да. Чем занимаешься, Жанна? Я блогер и модель. Ну что снимаешь? Пранки. Пранки. Кого-то разыгрываешь? Да. Ты очень красивый. Ты очень красивый. Спасибо. Мне приятно, спасибо. Это пранк. Не работает. Я на металлическом заводе работаю. О, интересно. А что ты производишь или чем занимаешься? А что ты делаешь именно? Металл. Мне не разговорчиво попалось. Пусть просто молчи. Давай комплиментами будем Ярика засыпать. Просто молчи, вот молчи все это время, оставшись. Половину своего бюджета, так сказать, поднял от Hamster Combat. Реально, пусть попросит его пойти к пианино и скажет English or Spanish. Скажи English or Spanish. English or Spanish? Скажи, что у него красивые руки. У тебя красивые руки. Красивые руки? Я просто баскетболист. Может, сравним руки? Да, видишь. Да. Я играл в баскетбол. Я же высокий. А какой у тебя фиксальный заработок? Какой у тебя фиксальный заработок? Ну, от 100 тысяч долларов, P2P-шка, арбитражка, я же говорил, хамский комп. Извини, что я так стесняюсь, ты просто очень красивый и сексуальный. Извини, что я так стесняюсь, просто ты очень красивый. Спасибо большое. Встаньте, встаньте. Скажите, газы, у меня газы. У меня газы, ох, газы, пукало, пукало. Можно я скажу? Проси у него, ты любишь хайп цыпленок? Ты любишь цыпленок? Ты любишь хайп цыпленок? Да. А хайп цыпленок? А что? Ты любишь хайп цыпленок? Вопрос. Это вот хайп цыпленок. Ты любишь? Ты любишь хайп котенок? Ты любишь хайп котенок? А хайп котенок? Хайп котенок. Ты любишь хайп котенок? Вопрос ему задать, типа к нему обращение. А хайп котенок? Котенок, а ты любишь хайп? Любишь хайп? Котенок. А почему ты за хайп так спрашиваешь? Давай поцелуемся для превью. Ты от себя попросил? Да я, Данон, давай поцелуемся для превью. Скажи ему, пожалуйста, это я, Данон, давай поцелуемся для превью. Давай обнимемся для превью. Слушай, нормально. Можете закричать резко? Я сбил. А теперь скажите, туберкулез у меня. У меня недавно вирус просто был. Ну ладно, я уезжаю просто сейчас. Ты хочешь меня слить? Не, я просто сейчас уезжаю. Это не настоящее свидание, я робот. Это не настоящее свидание, я робот. Я так подумала, если бы ты был животным, ты бы был воробьем. Или колпаком. Колпак любишь? Хайп. Хайп колпак любишь? Я думаю, мы можем еще чуть-чуть остаться. Ну, просто мне приятно, хочу остаться. На что, ку-ку? Любишь хайп-колпак? Спросите, пожалуйста, умоляю. А хайп-колпак ты любишь? Да. Скажи, люблю. Я тебя видела в паблике. Я тебя в паблике видела. Нищеброды Уфы. Самые нищие люди Уфы. Хайп-нищие. Хайп-нищие. Вот это хуйня. Ну ладно. Не ехать пора. Может, еще поговорим. Да, я думаю, нет. Все, спасибо вам большое, можете вставать. Что, как все прошло? Мне понравилось. Я ему не знаю. Мне кажется, у него стопки. Но мне все понравилось. Я думал, кто же может быть таким безактивным? Это стопудово Гоубао Ань. Просто Анчика еще за... Что она вообще говорила? Хайп цыпленок, хайп колпак. Что-то даже немного напрягало это молчание постоянное. Возможно, меня просто путают, она реально была без микронаушников. Но если она была с микронаушником, и пацаны все ей что-то говорили, то это было очень слабо. Мы же виноваты, блядь. Депутации. О, просто Ярик офигел. Ну ладно, зовите мне следующую девочку, пожалуйста. Привет. Привет. Я Паша. Меня зовут Кристина. Приятно. Сань, ты сейчас будешь? Да. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь... Арбитражем. Знаешь, что такое? Да. Спроси, никогда ли он не думал о запуске курса какого-то? А ты никогда не думал о запуске какого-то курса, возможно, инфопродукта своего? Думал. У меня вот недавно были. По минету. Что у тебя был? По минету курс? Курс по минету? Нет, это не по моей части. Проект у меня был, я выпускал одежду. И это кто-то покупает?
Но это же не ты делала, по сути, а вся твоя команда. Команда, да. Команда, да. Команда, да. А чем ты занимаешься? Ну, именно не только арбитраж, там, не должен. Может, жить чем занимаешься? Не должен. Ты чем занимаешься? А ты чем сам занимаешься? Я? Да. Типа, на самом деле, я веселый парень. Хожу в зал, занимаюсь, просыпаюсь рано, готовлю себе завтраки. А ты вот в спортзал ходишь, как у тебя успехи? Ну вот, а ты в спортзал ходишь, как у тебя там успехи? Отлично, отлично. Вот. А могу пресс пробить тебе? Могу я тебе пресс пробить? Хочешь пробить пресс? Да. Да, пробивай. Говорю про хуй, просто солнечное привет. Минуту говори голосом Токсиса. Что еще интересного расскажешь? Ну, я тебе на самом деле много чего рассказал. Но я тебе всю жизнь рассказал свою. Чем я занимаюсь, чем я говорю. На тебе колпак висит. Колпак? Там зеркало позади меня или что? Позади меня зеркало или что? У меня, знаешь, есть такая татуировка, которая описывает ситуацию нашу. Boot Trail. Я не разбираюсь, кто это. А почему ты вот так разговариваешь? Ярик, ты в тильте? Ярик, ты в тильте? Нет. Повторяйте за мной. Ярик. Ярик. Помой. Помой. Меня. Меня. А ты видел, как Матисс взрывали хозяева? А ты видел, как Матисс взрывали хозяева? Вот так бы твою жопу взорвать. Вот так бы твою жопу взорвать. Как у нее резко лицо схлапывает. Встань, пожалуйста. И возьми скатерть в руки прям плотно так. И скажи, сейчас будет трюк. Сейчас будет трюк, хочешь? Теперь очень медленно тяни, да. И прям медленно отходи шаг за шагом, очень медленно. Если ты уверен? Да. Скажи, тут главное действовать. Тут главное действовать. Убирает. Медленно прям иди в носи. Да, сейчас. Прям иди, да, сейчас, вот подожди. Это. Ты уверен? Я не уверен. Я не уверена. Остановись, остановись. Поза. Скажи, скибиди-ва-па-па. Скибиди-ва-па-па. Как тебе трюк? Я просто похлопаю. Пусть он встанет перед столом. Можешь встать перед столом? Подходи к нему со спины и скажи, что твоя задача сейчас... Это прям надо мне. Никто не говорил, что ты странный. Гавкай на него и бегай за ним. Только не суй мне пальцы, пожалуйста. Ладно, ты прикольная девчонка, очень веселая. Спасибо за трюк тебе. Пока он играет, лунной походкой уходи из кадра, прям медленно. А ты резко подбеги, обними его со спины и скажи, скучать буду. Я буду скучать. Предыстория. Ярик на свой день рождения поклялся, что у него никогда в жизни больше не будет колпака. Это интересный опыт, но некоторые моменты были прям кринж. Я, если честно, вообще в шоке. Не дай бог, это пародеич был. Я не знаю, как это объяснить, но у меня слишком странные эмоции. Я никогда такого не ощущал. С ними очень странно общаться со всеми. Ставьте лайк, и мы сделаем еще одну часть, только мои друзья будут уже другие. Ты выйдешь к Ярику, скажи, что, короче, все девочки были с микронаушником, а тебе не дали в итоге. Привет. Привет. Мне немножко неудобно, потому что все девчонки были с наушниками, а я без. Да все нормально. Ты умеешь тогда общаться? Да, все круто. А, ну окей. Ярик, Дилблин 2016 тебе о чем-то говорит? Дилблин 2016 о чем-то говорит? Нет, меня Паш зовут. Скажи, у меня есть грешок, я люблю Давай я тебе сначала расскажу про мой грешок, потом скажу, чем я занимаюсь. Я тебя когда увидела, я сразу поняла, что ты очень красивый. И даже если бы ты был Яриком, ты был тоже очень красивым. А пусть ему скажет, подай свечку, Ян. Слушай, Ян, а подай мне бокал, пожалуйста. Это было пи***. Я просто, ну, немножко плохо с именами. Да, обычный сок. Да, это обычный сок, не вино. Нет, я только алкоголь. Сок не пьешь? Не пью, ну... Понимаешь, с соком за рулем не так весело. Да. Осуждаю. Ты в таком костюме серьезном, и у тебя лицо такое, ну, интеллигентное. Ты, наверное, книг много читаешь. Могу назвать пару. Кизару, Николай Соболев. Да, и хватит смотреть на мою грудь, пожалуйста. У меня там с грудью что-то, ты просто так смотришь. Я смотрю тебе в лицо. Да?
Хорошо. Я могу так волосы немножко, чтобы получше видно было. Да нет. Нет? Хочешь, покажу целиком? Но я целиком тебе не покажу никогда. Даже если ты будешь смотреть туда все время. Я не смотрел. Вторую книжку ты какую назвал? У меня с именами плохо и с книжками плохо. Ты понимаешь? У меня Николай какой... Соболев. Ты дрочишь? Слушай, ты так ручки просто перебираешь пальчиками, ты дрочишь. Не кажется ли это слишком пошло? Нет, вообще я не пошла. У тебя хорошо развита фантазия, мне кажется. Просто у меня хорошо развита фантазия, понимаешь? Я смотрю... У тебя тоже, кстати, развита. У тебя тоже, кстати, Ян. У тебя, Ян, тоже, кстати, наверное, хорошо развита фантазия. Мне кажется, у тебя в голове голая я. Мне кажется, у тебя в голове голые гномики. Почему гномики? Ну, не знаю, потому что ты такой милый, ты не можешь ничего плохого представить. Только думаю, что да. Ты такое милое, да, и да. Доброе, позитивный. И хорошее. И позитивное. Да, да. Ребята, нельзя так с женщинами разговаривать. Мы тоже не будем, если бы это не было шоу. Ты знаешь, это поза миллионера? А, миллионера? Нет, я не знала. Ты миллионер? Да. Дашь мне телегу Воскресенского? У тебя красивая улыбка, Маша. Слушай, спасибо большое, у тебя тоже очаровательная улыбка. Но ты знаешь, мне больше нравится Воскресенский, поэтому можешь дать его телегу? Мне надо ему битов закинуть, дай телегу. Но мне надо ему битов закинуть. Просто мне продюсер сказал, что там один знакомый. Хочешь заслать битов Воскресенского? Да. А Стобану? Это который я, как Фредерико Феллини. Это который типа я, как Фредерико Феллини. Он? Да. Он, да? Нет, если он всех угадал, мы просто с него деньги трясем в любом случае, потому что это наглость. Зачем рояль стоит сзади? Зачем рояль сзади стоит? Ты умеешь играть? Да. Я тоже. Хочешь, я тебе сыграю? Ты мне подыграешь, если да. Что? Да. А давай я играю, а ты пой. Да. Угу. Почему ты не поешь? Ну ты француз, бом-бом. Ну ты француз, бом-бом. Паш, подойди, пожалуйста. Давай. И... Да нет, давай. Нормально, сиди. Нормально, мне нормально, да? Мне удобно. Ну давай. Давай, первый. Давай. Можете случайно его за руку взять? Вот, вот, делай. Вот. Подожди, давай еще раз. Ты круто играешь. Спасибо. Ты молодец. Спасибо большое. Да, ты большая молодец. А ты да. Ну, ты немножко, конечно, но тоже молодец. А кто ты по натальной карте, спросите? А кто ты по натальной карте? Как это? Я понятия не имею. А почему спрашиваешь? Ну, просто сейчас модно. Знаешь, сейчас все спрашивают, кто ты по натальной карте, дышишь ли ты маточкой, какой у тебя там, да? Кстати, ребят, у Данона в телеграм-канале будет актуальный гороскоп на эту неделю. Скажи, подними, пожалуйста, руку медленно, подними, пожалуйста, руку. Подними, пожалуйста, медленно руку. Если ты гей. Если ты гей. Я хочу тебе сказать, что я когда тебя только увидела, просто я поняла, боже, какой ты классный. Знаешь почему? У тебя такие нереальные глаза просто. И добрые, такая милая, умная улыбка. Умная улыбка. Сильные руки, сексуальная грудь. Ты такой сексуальный, когда играешь на фортепиано, пианино, чтобы это ни было. Мне бы просто хотелось прикоснуться к твоим сильным пальцам. Хотя бы на мгновение, потому что ты на самом деле очень красивый, сексуальный, мужественный, интеллигентный, воспитанный и классный парень. И в наше время таких парней очень мало. И знаешь, я так рада, что я с тобой познакомилась хотя бы на минуточку. Сейчас он умрет. Обнимет его. Обнимите его. Даже очень хочется тебя обнять, но ты мне уже там по рукам настучал, когда мы с тобой играли. Поэтому я тебя мысленно обнимаю. Но если бы ты мне позволил, конечно бы я тебя обняла, потому что очень... Давай, давай, Ярик, ты этого хочешь. Давай, Ярик. Этого мы все хотим. Он хочет обнять. Даже ничего, что у тебя хотим. Брекеты, ты будешь вижу, операция, что ты хочешь обнять. Потому что ты будешь еще красивее. Хотя ты и без брекетов очень красивый, тебе бы играть в фильме каком-нибудь тебе Брэд Питта. Тебе бы в фильме играть в каком-нибудь, вот, ты просто такой вот молодое дарование можешь быть, да, и ты очень фактурный, красивый парень, но самое главное, что еще и умный, и ты две книжки прочитал, и ты знаешь. Сколько она уже комплиментов сказала. Я даже ни разу паузу не сделал. Да. Два пистолета из пальцев сделайте к вискам и скажите «Let's go». Let's go. Это вообще по-другому выглядит. Let's go. Две розы подарю тебе. Потому что очень красиво, я хотел две розы тебе подарить.
Скажите ему, можешь на меня из-под лобья посмотреть, как мужчина? А можешь на меня посмотреть из-под лобья? Ну вот, вот знаешь, как вот актер такой брутальный, потому что мне 52, и мне кажется, что ну, постарше ты должен немножко выглядеть. И прям вот голову опустить и вот так возвращать. Голову опустить? Боже! Маш, я знаю, что тебе нужно. Что? Домой. Ты очень крутая. Спасибо, ты тоже. Пока. Пока. Спасибо. Прошло все классно, было веселое свидание, и очень здорово, что у парня такая выдержка. Просто огромный плюс, потому что он выдержал все приколы и дурашество, и это классно. Пацаны, спускайтесь ко мне. Начальники Колпаков. Первый человек, который мне говорил, это был Андрей Кокошко. Так. Второй человек, это был Данон Флекс. Третья девочка, Жанна вроде ее звали, это был Стопбон Энглобау. А нет, Жанна была без наушников. Один. Так. Два. Ты как будто на Жанне был, там вообще меньше слов. Mm-hmm. Либо Парадеевич был. Пятая девчонка, точно мы все вместе ей говорили. Я скажу тебе по секрету, мы каждый раунд все вместе говорили. Все нормально. Ты угадал, я первый был. Хочешь трюк медиа? Первые два ты угадал. Потом был я, но она нас вообще не слушала. Все, что мы говорили, она не говорила. Мы все начали вместе говорить. Жанна. Потом опять я. И потом Анечка. Зачем ты сказал, что вторая девушка, я сразу понял, Роналду молодец. Она сама это сказала, типа. Это не я и не говорил даже. Да я понял, что ты да. И чё? Это, блядь, почему это я сразу? Подряд. Потому что ты всегда так говоришь. Ты да. Поэтому, ребят, если нужно еще такое шоу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На ребят, подпишитесь обязательно. Всем пока! Пока!